Раз, два, проверяю связь. Один, один. Раз, раз. Раз, два, проверяю связь. Так, супер, есть и звук. Видео есть. Раз, раз. Начнем, я думаю, через минут 5, может быть, меньше. Так, все, чай налит, все сделано, можно приступать. Вот, я сегодня переместился немного в другое место. Это мой родной город. Сегодня приходится работать отсюда. Ну, что значит приходится? Просто работаю из дома. Так. Сейчас будем разбирать эти серьги. Их одобрили, и необходимо поставить сюда сейчас швензу, кое-что доделать и подготавливать к росту. Я сохранюсь. И приступим. Я думаю, я полностью весь процесс засниму, как я готовлю файл для печати. Потому что вот то, что построил, это еще процентов, не знаю, 50, наверное, от всего того, что приходится делать моделеру после того, как ты изготавливаешь изделие. То есть здесь еще, ну, так нормально работы. Надо предоставить все данные по камням еще заказчику. Разделить на запчасти все. Ну вот эти вещи будут съемными. Как-то вот так. О. Ну вы понимаете. Это эмаль. Это серьги под эмаль. Эмаль будет обычная, как я понял. Ну что, приступим. Во-первых, мне необходимо сейчас сюда импортировать швензу. Примерить, посмотреть, какая лучше подойдет. Верх не очень большой, я думаю, самая маленькая швенза должна подойти. У меня есть набор швенз, которые я использую в своих заказах. Отработанные швензы. Строились еще когда-то Кириллом на ювелирном заводе. Кириллом Урмановым. Есть такой у нас моделер. Вот. Посмотрим. К
Кстати, вот как звук, кто смотрит, не двоит, не слишком ли громко музыка? Ну вот чего я опасался, того, что прям все впритык, очень впритык. Переделать это кольцо, сделаю его диаметр 1 миллиметр. Но немного меньше, чтобы здесь оно упиралось четко. Так. Теперь режем все под камни. Отверстия будут не сквозные. Мне здесь они не нужны. Сквозные. Так, вот я сделал сочетание. Так, вот этот вот каст мы его опускаем, но в то же время, чтобы он не торчал. Я его просто вычту. Из каста вычту сережкой. Так вот, выбулили, и чуть-чуть его еще опускаем, чтобы у нас все сбулилось хорошо. Вот так, камень, отлично. Здесь можно сделать 0,4 филет. Так. Подогнать надо швинзу чуть-чуть. Точнее, флажок под швинзу. Под серьгу. Господи. Так. Я сегодня мало спал, так что могу беспощадно подтупливать. Так. Он торчит. Вот теперь не торчит. Отлично. Это можно сбулить, я думаю. И вот это убрать.
отличные антримы. Все, уже обратной дороги нет. Теперь только дальше. Возможно, эта серьга будет свисать вперед, потому что она очень весит, там вес 8 грамм только одной серьги подтягивает, не маленький вес. Но здесь я хочу сделать лопатку такую, чтобы как-то компенсировать этот вес серьги, чтобы с обратной стороны уха это прижималось. Но чуть-чуть попозже сейчас, пока решим с что нам делать с иглой. Я бы немного сделал вот таким образом. Наклонил бы чуть-чуть ее вправо относительно середины. Середина у нас здесь абсолютно условная, так что как-то так, наверное. Толщина самой этой детали в миллиметр должна быть. Да, вот миллиметр. Углубление 0,5 подымали. И толщина остается тоже 0,5 еще. Должно сработать. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас здесь в миллиметрах со стороны осталось. Раз, два, три, четыре. Ну, 5 это отлично. Тут чуть-чуть больше. 5,1. Нормально. Так, с этой деталью мы заканчиваем, переходим к следующей. Так, здесь все сдвинулось. Ах ты ж. Так. Сейчас я придвину все обратно. Может понадобится файл просто для рендера.
Так, вот здесь я чувствую, у меня много косяков вот этой детали, потому что строил я ее на лету, быстро очень, и, наверное, понаделал там всякого. Вот, да, пересекающиеся поверхности. Не очень хорошо. Сейчас будем как-то это поправлять. Лофт. Не, лофт отрабатывает не так, как мне нужно. Возьму по двум рельсам. Sweep to rail работает отлично. Так, здесь можно попробовать просто закрыть крышкой. Кап. Ебой, все отлично. Это delete. Вот теперь мы можем спокойно вырезать под камни. Как со звуком, ребят? Кто смотрит, скажите, пожалуйста, все ли в порядке? Слышно меня хорошо? Хорошо ли слышно музыку? И, может быть, дело в балансе? Сергей, спасибо. Привет тебе. Так, теперь вот эту деталь. Так, штифт здесь 0.6 я сделал. Ну, если надо, то расточат еще. Потом... Крапан сейчас 0.7, я бы сделал 0.8, хотя бы... Хотя бы 0.8, можно даже 0.9, наверное. Это будет изумруд. 0.85 пускай будет. Отлично. Меряем. Да, 0.85. Так, чуть-чуть поднимаю для закрепки крапан и копирую его на четырех сторон. Так, главное, чтобы он там между крапанами встал. Да, отлично. Чуть-чуть, конечно, хотелось бы его как-то вот так. Тогда вот это будет материнский.
и от него будем копировать. Зачастую изделие построить не так сложно, как разобрать его потом на запчасти. Точнее, не на запчасти, а вот на как же, на изделие. Тогда не будем здесь делать вот эту вот круглую. Хотя нет, я хочу оставить это. Да, я могу оставить, потому что вроде получится, да. Это я сбуливаю. Так, отсюда вычитаю это. Вот, получается так. По-моему, прекрасно. Здесь это мы сбуливаем все. Можно сюда поставить ключи, ответку. Сейчас покажу. Ничего страшного, если она даже будет торчать. Сальтом копирую и ставлю четко посередине, позиционируем его. И по Y копируем. Отлично. Теперь в той части отсюда мы вычитаем эти шарики. Right. И вычитание. Так, вот что получается, вот она. Вот здесь есть ответка, потом в штифт, который будет держать серьгу, тот массив здесь, ну, ступень есть, и вот эти три ответки. Я думаю, этого более чем достаточно для того, чтобы это все могло существовать. Так, вернемся сюда и сделаем лопатку. Так, возьмем круг, приблизительно она будет у нас такой. F10. Так, разрезаем ее пополам, отрезаем половину, перестраиваем эту. Нам достаточно 8 точек. Окей, теперь включаем точки и
двигаем таким вот образом. Теперь копируем эту половину. Join F10. Убираем точку перегиба вот эту, с которой потом придется бороться. Нам это не нужно. Потом здесь делаем. Row point так. 0.09 пускай. А здесь в опциях cap. Как будет закрыто? Мы пишем flat. И 0.9 будет отлично. Теперь здесь мы опускаем ее вниз. Вниз опускаем. Еще раз. Вот так, да, теперь extrude. Bot size отключаем. Solid yes, да. Все, вот она у нас получилась. Ага. Так. Можно ее опустить. Потом fillet на 0.2. Прекрасно. Это я убираю. Все, вот так она будет выглядеть. Извините. Так, простите, вот тут звонили заказчики, заказчик, и обсуждали важные детали. Не по этому заказу. Кстати, может быть, в этой трансляции я и следующий заказ начну делать. Так, теперь мне необходимо подготовить вот эту серьгу. Что бы я сразу здесь сделал, я бы вот этот каст примкнул. Так, мне нужен... Что такое-то? Только что говорили. Да, вот есть касание. Все отлично. Потом дальше трубаем пока эмаль. Нам ее не нужно видеть сейчас. Саша, привет. Привет, Саша, привет. Как дела, как работа? Как все? Я давно видел, ты там машину продавал и... Ты взял новую или... Или не продал еще? Так, здесь те же самые действия все. Так.
все отлично. Ну, это хорошо, что отлично. Тоже работаем. Так, ладно, придется разбивать его тогда, наверное. Как-то. Он почему-то откатывает мне назад все мои действия. Так. А, сестра продавала, не ты. Понял. Понял, понял. Это и чуть-чуть припускаем, чтобы было потом легко сбулить. Вот так. Найс. Вот здесь не найс. Тагл. Саша, как у тебя с работой? Много работы сейчас? Здесь можно тоже... сделать отверстие. Хотя вот сомневаюсь, нужно оно вообще здесь или нет. Будет. Не, не нужно. Не хочу. По сути, все. Эти детали. Их будет три. Раз. А, не, не три, извините. Гораздо больше. Так. Два. Три. Раз, два, три, четыре, пять. Пять деталей. Саш, молодец, но сработает, я думаю, и наладится все. Тем более Новый год сейчас, но все будет прекрасно. А то, что зебри лепишь, это красавец, что разбираешься.
не закинул. Так, какая здесь толщина у нас? Нормально. Я вот полностью перешел на удаленку и пока рад этому. Где-то в каких-то моментах, конечно, жестче по... То есть ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь. И нет там никакого человека, который тебя потом по итогу выручит, накосячил. Ну все. Ты как бы будешь отвечать за это и финансово. И плачь своим временем за переделку еще. Вот, кстати, недавно, буквально вчера там человеку необходимо было камни, но 1 миллиметр, а я сделал ему 1,3. Но так как в ЦЗ мы это четко не прописали, ну вот сейчас, сегодня, кстати, придется переделывать такой заказ. Хорошо, заказчик адекватный, и ко всему вообще легко отнесся. Ну, мы там вместе, в общем, не так друг друга поняли. Я в ТЗ это не записал, когда составляли техническое задание, и вот. Хочется сказать сразу всем, что пишите технические задания, прям садитесь с клиентом и прописывайте все. Все до мелочей. Есть другая работа, в которой ты там фантазия требуется, да? Но здесь, если ты уже что-то конкретное делаешь, то выписывай все. Чтобы не было потом пляски с бубном. Все, сейчас будем расставлять литники и все. Но дело к Новому году близится, я думаю, тут у всех людей рвут и мечут. Мне кажется, это все связано из... Да, ТЗ. А, понял. Окей. Ну да, адекватных технических заданий мало. Крайне мало. Недавно тут вписали на работу. Просто люди пришли и говорят, вот мы тебе сейчас закинем такую-то сумму денег на карту. И ты нам на эту сумму будешь моделить. Ну я согласился, думаю, ладно, хорошо. Там девушка Анастасия, но она с ювелиркой мало вообще дружит. Мы с ней покупали и штангенциркуль, чтобы она промеряла свои кольца, какие у нее размеры. Я добивался хоть элементарно просто размеры взять у заказчика, размеры кольца. До такого, короче. Но все равно как-то мы нашли общий язык, работаем сейчас. Трудно, конечно. Так что литники, мне нужны литники. Так, это мелочь. Литники. Одиноки. Так, этот нам еще пригодится здесь, а этот... Берем сюда.
Так, вот сейчас мы... Right. Александр, привет. Привет, привет. Как жизнь? Как все? Да, гитарист, это пару комбарей, один маршал. Там пониже стоит маршал, а сверху пивейт. Да, гитарирую периодически. Ну, от Москвы меньше, конечно, из-за работы, но в целом играю. Учился на эстрадно-джазовом отделении по гитаре в Новосибирске. Думаю, с кем бы в Москве поиграть, что-то, какой-то лаунж такой. Интересно вам было. Пока я там живу, сегодня, конечно, в Барнауле здесь. Так, тогда с другой стороны. Топ. Центр мне найдет. Найди центр. Вот, да. Есть. Саша, ты откуда? Кайф. А здесь ты как, ты занимаешься ювелиркой, кстати, или нет? Да, я, кстати, вот думал по поводу блендера сделать какое-нибудь простое кольцо такое в блендере, ну, чтобы просто сделать туториал. У меня есть такая мысль выйти в блендер. Но мне тоже надо повспоминать, посвежать, потому что я им не пользуюсь практически никогда. Валерий, ну как-нибудь я доберусь до него. Тоже были мысли помнить. Последний раз играл лет 10 назад, наверное. А, ты про гитару, да-да-да. Так, что значит где здесь? Не понимаю. Ну все, ледники расставили. В принципе, по сути, файл готов. Вот в таком виде его можно уже отправить. И у нас еще есть следующий, уже можно следующий заказ отрабатывать. Точнее, правки по заказу.
Так, все, отправляем. Экспорт. Посмотрели, покрутили, все вроде работает. Серьги под эмаль. Так, кошка ломится, сейчас я открою. Так, я здесь свернулся, простите меня, пожалуйста. Так. Идем дальше. Ну, конечно, Magics. Так. Так, вот они пришли, и пришли они под ровной сеткой. Ну, у меня так настроено, просто чтобы сетка была максимально подробной. Я ее облегчаю здесь, то есть вот эти стяжки я убираю, чтобы не было, чтобы файл много не весил. Сейчас сильно, наверное, потому что здесь цифры очень. Сильно облегчит, я думаю. Но да, есть небольшие такие вот. Мне не нравится, что. Хотя это на печати, конечно, видно не будет. Но я бы поменял цифры. Мне не нравится вот эта топология, которая была. Я бы добавил здесь вот так. Оп, знаю, все ли у меня лицензионное, но ты знаешь, сколько стоит Matrix? Я могу не отвечать на эти вопросы просто. Так, теперь фикс. Так, так. Со всем остальным все в порядок. Значит, просто сбуливаем.
И у нас должно получиться... Раз, два, три, четыре, пять, 10 деталей. Но тут должна быть цифра 10. Да, вот и... Да, это много стоит, но на будущее, я думаю, что-то нужно будет приобрести. Так, вот 11 почему-то. Вот это 48. Что это такое? Delete. Так, все, подготовка этого файла, я думаю, закончена. Пересохраняем. Replace. Все, вот в таком виде файл можно отправлять заказчику. Так, теперь есть у меня вот эти серьги. И здесь... Клиент хочет, чтобы были камни 1 и 3. Ой, точнее, здесь 1 и 3, а надо, чтобы были 1 и 0 девятые. Вот. Теперь мне надо вот это удалить. Отсюда. Я подготовил файлы. А. Так. И вот это вот вставить туда. Извиняюсь, что-то непонятное происходит. Так, секунду, сейчас я... Ой, так, Саш, вот по поводу, не знаю, пиратская, не пиратская, это такой вопрос. Ну, не знаю, стоит ли его задавать вообще. Так, ну вот, с этим уже можно будет работать. Сейчас будем расставлять камни. Так, здесь досохраним.
Так, секунду, сейчас разбираюсь здесь. Так, отлично, все, работаем. Здесь камни стояли 1.3, а надо было 1 ставить. Я у себя в родном городе приехал вот на неделю. Есть кое-какие дела. А город это Барнаул. Так, чтобы мне было удобнее расставлять все это. Да, тут попросили вот камни шипами наружу, такое. Его заказчик там такой интересный. Да, чувствую, долго я тут буду расставлять с 1-миллиметровыми камнями все это. А, что с камнями? Вот. Про шипы ты спрашивал. Ну вот, тут попросили, в общем, сейчас тебе покажу фотографию. Есть у заказчицы вот такое кольцо. Ну, тут плохо видно, конечно. Вот, и здесь шипы, они стоят вверх. То есть, перевернутый камень огранкой. Вот здесь, наверное, лучше видно. Вот, видишь. Так и делаем. Да, красиво, видимо, тут не получится забить 1-миллиметровыми камнями. Да. Ну, говорил 0,9 и миллиметровые. Ну, тоже.
здесь 0.9. Даже 0.8, я думаю, да, вот тут, конечно, не очень красиво получается. Но уже как есть. Так, и сейчас немного приятных вещей, то есть она не совсем не симметричная, а есть некая симметрия, то есть я часть камней могу просто откопировать с поворотом вот таким образом. Извините. Так. Вот, и просто вот эти камни, которые уже пошли на изгиб, удалить. То есть расставляли по одной, а по факту поставили на двух сразу. Ладно, но здесь мне ничего не остается, кроме как забить это камнями, крапанами. Ну или можно еще как-то подумать, не знаю. Пока думаю. Думаю, как можно.
Да, тут больше ничего не придумаешь, наверное. Саш, нет, там не получается золотое месиво. Вот смотри, если... Сейчас я тебе покажу. Вот видишь, на этой лягушке вот есть такие места, да, где пустота просто, и там забито крапанами. Если ты не забиваешь это крапанами, вот эти места, то там просто скапливается грязь. А когда ты забиваешь это крапанами... Да, там получается такое золотое месиво из крапанов, но это блестит. Это выглядит лучше, чем просто дыра, в которой забивается грязь, и... Ну, выглядит это не очень эстетично. Как по мне, так лучше забить крапанами, чем оставить место. Да, вот тут тоже получается не очень. Саша, я видел это кольцо отлитое, если ты про лягушку. Я работал, когда в Bendis еще, мы эту лягушку делали, и я видел, она на сайте даже, по-моему, у них есть, у Bendis. Если тебе интересно, можешь найти, посмотреть там. Это не реклама. А, вот она. Ну вот. Вот так выглядит. Понимаешь, да? То есть лучше забить крапанами, чем оставить. Чем оставить пустое место. Thank you.
Да, а ты где-то учишься сейчас или уже работаешь по 3D-моделированию? Подожди, я что-то... Я выходил, наверное, когда ты рассказывал. А, да, ты... Да, все, это ты прислал то кольцо. Все, я понял. Просто, извини. Молодец, молодец. Как успехи, может быть, обрадуешь какими-то новыми изделиями? Которую можно посмотреть всем вместе. Так, убираем угол. Филит там на максимум практически. Здесь 0.35, наверное. Вход в поверхность. Диаметр 0.5. О, Саш, ты тут... Хорошо, но я чуть позже, я не знаю еще сколько, вот сейчас камни доставлю здесь и все, и пойду передохну, потому что... Много работать, как показывает практика, тоже не хорошо. Не всегда много работать. Это великолепно. Так. Да. Лучше писать всегда вот одно сообщение. Но лаконично.
Монотонная работа. Она входит прямо в металл снизу, и так между ними очень маленькое расстояние. Ювелир будет вообще способен закрепить, не будет там скопление грязи. Что где? Ну как крапана внизу входит в металл? Что не так? Не понимаю. Скопление грязи. Я думаю, нет, все там будет в порядке. Хотя, знаешь, если смотря как эксплуатировать кольцо, точнее серьги, если с ними не мыться, с такими, то я думаю, грязи там будет минимум. И я предполагаю, что это не повседневные серьги, потому что вес у них тоже приличный. А, ты про здесь имеешь в виду? Ну, возможно, эти крапана придется приподнять чуть-чуть. Потому что они входят, да. Это две разные детали будут. То есть вообще от слова совсем две разные детали. То есть здесь вот, скорее всего, будет пайка, наверное. Или здесь по контуру. Там, может быть, и не будет пайки. Будет копиться грязь, как со временем, если на продолжительном, на длительном промежутке времени, возможно, там накопится грязь. Но это очень длинный промежуток времени должен пройти, чтобы там что-то накопилось такое. И то, если кинуть это в зуху, ну, в ультразвук, и все будет в порядке. Да, шарик и вот эта вот часть, она будет отдельно.
приходится так забивать, потому что, ну, иначе. Не очень здесь хорошо стали камни, но что поделаешь. Два диаметра, я тут не волшебник. Чем больше мастер дает свободы, ну тут ограничения такие 1 и 0,9-0,8 камни. Очень сложно в такие рамки что-то делать. В таких рамках, вот, наверное, будет правильнее так сказать. Так, то же самое, копируем 0, 2, есть, смотрим. Так. Вот сюда можно еще поставить крапан. Для красоты, так сказать, чтобы грязь не забивалась. Так, сколько у нас уже трансляция идет? Час 27. Неплохо, неплохо. Мы хорошо поработали. Так, лучше здесь поставить, наверное, 3 будет поменьше. Три, но поменьше. Вот так.
Так, сохраняемся. Так как я это уже одобрил, мне остается только пробулить все это. Так, это прячем. Да, здесь дома поприятнее, побыстрее работает компьютер, конечно. Я подстригся сегодня. Мне безумно нравится. Ну все. Что? Все готово. Теперь эту деталь мне необходимо отправить Magix на рост. Точнее, детали будет две. Здесь тоже не помешает вот этот флажок. Но я уже его делал в том файле. На всякий случай сюда его отправим.
Так, я считаю, что Шинзао Сергей — это одно из самых красивых мест, и что красивая Шинза изрядной формы — это огромное приумножение красоты Сергея. Ну, Саш, Шинза должна еще работать, и ее должны допиливать мастера, ну, подгонять под саму сережку, изгибать. И выглядит такая шинза, ну, во-первых, она очень хорошо работает, и она надежная, она обкатанная. Можно, конечно, сделать очень красивую шинзу, но не факт, что она будет надежной. Изящная, да, я понял тебя. У меня есть другие швензы, более такие интересные, но здесь я уже делал этому человеку серьги такие, с такими швензами. Ну, тут уже человек знает, что ожидать. Я не везде такие швензы делаю. Сейчас покажу серьги сама. Да. Ну вот, тут немного другая форма совсем, вот если посмотреть. Ну вот, такие... Можно и такие делать, но красиво, конечно, это все. Но здесь такое изделие. Оно чисто уже техническое просто. Все. Экспорт. Я тебе, Саш, так скажу, если у тебя будут файлы, в которых ты уверен, что они работают, ты будешь пользоваться ими, скорее всего, нежели там делать эксперименты. Сейчас тут речь не про эксперименты, потому что у человека это, ну, серьезный заказ, ему надо его выдавать, и уже время прошло очень много. Тут уже дело не в экспериментах. Так, облегчили сетку, теперь сбуливаем. Shell. Так, я забыл. Все, можно не сбуливать.
Сейчас Саша файл тут прислал. Кое-что я упустил. А, у тебя 7-я версия, да, наверное, опять? Конечно. Ну вот, косты опускает до конца, чтобы не было вот таких вот мелочей. Это не очень хорошо. Может быть, если ты в Magix это закинешь, ну, будет в порядке все. А так, в целом, неплохо. Ну тут, мне кажется, маловато, конечно. 0,4 всего. Тоненько. Вот когда камень этот, возможно, будет крепить, оно прогнется сетка. Здесь можно делать и 0. 0,7 может быть. Ну я бы делал 0,7. Минимум 0,6. Тут уже вопрос, отольется, не отольется, не знаю. И толщины, по-моему, где-то разные. Здесь одна толщина, здесь другая толщина почему-то. Или мне так кажется? Возможно, сработает. Возможно, отольется, но лучше делать 0,7 вот эти перегородочки. Это ты, наверное, вороным делал через грас. Да, вот он вороной был. Да. Она еще и съемная у тебя должна быть. Ну а ты его, это изготавливал, это кольцо, или нет еще? Ну просто ограничение по металлу, оно так может не пролиться просто и все. Я не понимаю эти ограничения. Но... Можно так сделать, попробовать, но как бы тут 50 на 50, отольется или не отольется уже.
Так, вот у меня файл не сохранился, который я разбирал для производства. Тут беда, мне сейчас придется импортировать сюда mesh и от него отталкиваться. Так, это мне сейчас не нужно. Так, мне надо сделать ключи. Так, вот они, они торчат. Так, лучше в перспективе, наверное. Так. Все отлично, теперь мы можем поставить ключи. Так. Все отлично, то есть та деталь теперь должна сесть туда. Теперь можно работать. Это с такими мелочами бывает. Забудешь что-то и потом откатываешься, и на все это тратится уйму времени. Мне просто интересно, вот это твое кольцо производили или нет, но возможно, что там все отлилось, возможно, но это очень тонко. Так, все, лечим, облегчаем, лечим, и все. И на этом сегодня. Хотя, может быть, я передохну и попозже еще выйду. Мне горгона надо делать сегодня еще. Вообще много чего сегодня надо делать.
Да, наверное, будет, потому что, ну, я же обещал, просто у меня в тот день не получилось, следующий. Но у Горгона будет продолжение, должна быть. Там правки, ну, я сразу отправил в том виде, в котором она у меня была, мне пришли кое-какие корректировки, причем они такие, ну, очень лояльные. И все вообще классно. То есть там надо, по-моему, потолще сделать самих змей, сделать глаза без зрачков. Ну такое. И что еще? Что-то было еще. И добавить кое-какие еще элементы. А так там все понравилось. Все, вот мы пролечили. Сеточку облегчили. А, сохраняем. Все, этот файл я отправлю вот в печать вот в таком виде. Сюда там надо будет впаять литник. Все, у меня все готово. Ребята, спасибо, кто смотрел. Саш, молодец. Пишешь, спрашиваешь, интересуешься. Красавец. Я думаю, у тебя все получится. Я на связи, в ВК пиши, если что. На этом все. Так. До скорых встреч. Может быть, сегодня еще выйду, кстати. Так что до скорого, совсем до скорого.